Недавно приобрели щетку от Бурьяна и загрязнений. Щетка модели ОВ-320БД предназначена для чистки тротуарной плитки, асфальта, бетонных плит, стыков, поверхностей, от бурьяна, земли, травы, загрязнений, наледи, снега. При работе щетки нужно обязательно соблюдать меры безопасности. Нельзя, чтобы в радиусе 2 метров вокруг машины находились люди и животные. Мощность двигателя тут 5 лошадиных сил. Работает на 92-м бензине. Щетина металлическая. Можно также регулировать высоту щетины. Сейчас продемонстрируем, как работает данный аппарат. Полный газ. Машинка уже прогрета. Предварительно залили бензин, масло. Таким образом хорошо очищает все в труднодоступных местах, под бордюром, под другими стыками. Работой данной щетки мы довольны. Расход топлива экономичный.